Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на открытые окна. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Кибертор. Молодая девушка вынуждена выполнять все указания ненормального хакера. В противном случае ее интимные фото попадут в сеть. Убрать из друзей. Обычный вечер после школы. К скайпу влюбленных Блэра и Мич подключаются друзья. Адам, Джесс, Кен и Вэл. И кто-то седьмой. С ником Билли-227. Все уверены, что это компьютерный глюк, пока неизвестный не начинает им писать. Билли хочет знать, кто выложил в сеть скандальное видео с их одноклассницей Лорой Барнс, из-за которого девушка покончила с собой. И он готов выяснить это любой ценой. Друзьям кажется, что можно просто выйти из чата. Но это только кажется. Смерть в сети. Молодая женщина изучает привычки пользователей чата с использованием веб-камеры и невольно становится свидетелем жестокого убийства. Телефонная будка. Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеффорд становится пленником телефонной будки. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стю кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. «Только положи трубку, и ты труп», — говорит ему невидимый собеседник. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!